Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Ничего не получится. Здравствуйте, ребята. Всем привет. Здравствуйте. Ну, давайте. Давайте строить замок для моей куклы, а? Нет, Шунь, мы будем строить дворец. Нет, я хочу строить крепость. Чего? Ну, ну, не надо. Крепость? Ну и пожалуйста. Ну, тогда я тоже не хочу. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Ой, что у вас тут случилось? Здравствуйте, тетушка Дарья. Видите, мы из кубиков строили замок для моей куклы. Нет, дворец. Нет, крепость. Да вижу я все. И, по-моему, все понимаю. Тетушка Дарья, а что это у вас за книжка такая, а? В этой книжке новая сказка для вас. Хотите послушать? Ой, я сказка, конечно, хотим. Сказка называется «Три бабочки». Я начинаю? Угу. Итак, жили-были три бабочки. Желтая, красная и белая. Они играли на солнышке, порхали. Это им так нравилось. Но вдруг пошел дождь и намочил бабочек. Они испугались и решили полететь домой. Но дом был далеко. И тогда они полетели к тюльпану с желтыми и красными полосками. Здравствуй, тюльпанчик. Раскрой, пожалуйста, твой цветочек и спрячь нас от дождя. Но тюльпан ответил: желтую и красную бабочку я пущу, а белую ни за что. Тогда желтая и красная ответили: если ты не берешь нашу сестрицу, белую бабочку, так и мы не хотим к тебе. А дождь шел все сильнее и сильнее. И увидели бабочки белоснежный цветок лилии. Подлетели они к прекрасному цветку. Добрая лилия, нам так холодно. Раскрой, пожалуйста, твой цветочек и пусти нас к себе. Но лилия капризно ответила: только белую бабочку я пущу, она похожа на меня, а других не могу. Тогда белая бабочка сказала: если ты не пускаешь моих сестриц, то и я не пойду к тебе. Уж лучше всем вместе промокнуть, чем в беде разлучаться друг с другом. И бабочки полетели дальше. Солнышко за тучами услыхало, как три бабочки защищали друг друга, и подумала: какие дружные! Солнышко улыбнулось, выглянуло сквозь облака, прогнало дождик и снова ярко засветило. Ура! Ура! Солнышко! Ласковое солнышко быстро высушило крылышки бабочек и согрело их. Бабочки затанцевали, как раньше, и дружно играли до самого вечера, а потом они вместе полетели домой. Здорово! Какое хорошее солнышко! Да, и бабочки хорошие. А как вы думаете, друзья, почему солнышко помогло бабочкам? Потому что оно подумало, какие бабочки дружные. И потому что бабочки не бросали друг друга в беде. И друг другу помогали. Вот. Да. А что бы подумало солнышко, если бы увидела, как вы здесь играли? Да. Мы все поняли, тетушка Дарья. Да, мы будем играть дружно. Угу. О, и построим для Шуниной куклы замок. Точно, не крепость, не дворец, а замок. Спасибо. Я очень этому рада, потому что если вы будете вместе, сообща, делать одно общее дело, значит, можно сказать, что вы тоже дружные? Дружные! Конечно! Конечно. А хотите, я открою вам одну тайну? Тайну? Да, конечно, хотим!
если вы вместе, сообща, построите красивое, укрепленное большое здание, то оно может быть и замком, и чудесным дворцом, и неприступной крепостью. Здорово! Ура! Здорово! Ура! Пошли строить! Пойдем строить! Да. Минуточку, друзья. Что? Сначала давайте попрощаемся с ребятами. Да. До свидания, мальчики и девочки! До вечера! До свидания, ребята! Всего вам самого доброго и ангела-хранителя! Крепкую дружбу и топором не разрубишь.